Череду праздничных мероприятий, посвященных юбилею Гончарова, открыла международная научная конференция. Она проходила в доме, где родился писатель. Участниками конференции стали порядка 70 ученых-исследователей жизни и творчества писателя из 17 регионов России и зарубежья. В программе обсудили биографию и творчество писателя, а также языковые особенности наследия Гончарова. Гость из Китая, заместитель директора по научной деятельности Китайской Народной Республики Жунга Гао, вот уже 20 лет исследует творчество нашего земляка. Когда я поступил в аспирантуру, мой научный руководитель сказал мне, что русские известные писатели, как Лермонтов, Пушкин, Достоевский и Льва Толстого, все знают, все изучают, но еще есть и знаменитый романист, это Гончаров, но наш ученый, китайский ученый, никто не глубоко изучает его. И поэтому он советовал мне, что надо читать. В дни празднования юбилея писателя в регион приехали 18 потомков семьи Гончаровых. Впервые область посетили молодые потомки Гончаровых Николя Мартен и Сириль Харрисон. Их мамы – прямые потомки по линии старшего брата писателя. На вопрос, кто из героев Гончарова больше всего им симпатичен, они в один голос сказали: «Олюрмав». Ключевым событием стал Всероссийский гончаровский праздник, который в этом году вышел за пределы Виновской рощи. На этот раз основные мероприятия прошли в сквере имени Гончарова, на площадке перед Дворцом книги, Краеведческим музеем, на Венце и в торжественном зале Карамзинской библиотеки. И везде, конечно же, читали строки из произведений Гончарова. На бульваре «Новый Венец» около фонтана актеры Ульяновского драматического театра разыграли настоящий спектакль по книге писателя «Обломов». Зрители буквально окунулись в атмосферу гончаровского романа. Ульяновцы активно подключились к чтению вслух произведений Гончарова и с удовольствием перевоплощались в героев произведений. Также работало множество других творческих и интерактивных площадок. Музыканты Ульяновской филармонии представили свою программу. Кульминацией праздника стало вручение международных литературных премий имени Гончарова. Здесь, на волжских просторах, подаривших миру автора бессмертных романов и питавших его вдохновением Гончарова, согласитесь, особые отношения. Его имя носят улицы и скверы, наш главный государственный театр. С 1979 года в регионе проводится Всероссийский гончаровский праздник, а с 1992 года гончароведов со всего мира собирают традиционные юбилейные международные гончаровские конференции. Губернатор поздравил всех лауреатов, после чего было сделано общее фото на фоне портрета писателя. После небольшого перерыва впервые в Ульяновске в рамках юбилейных мероприятий свою работу начало большое литературное собрание. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».